совершенно новый мир. Там я арестован, я освободился только в 87 году, я политопричен. Я в тюрьме пытался, срок отбывал. Я не за веру. Ни за что-то. Но, кроме всего прочего, я еще брал интервью репрессированных. И архипелаг ГУЛАГ насчитал. А мне этого, простите, они не могли ничего. И это все там есть. И я арестованный, его снимок там сохраняется. А на нашем сайте насчитано архипелаг ГУЛАГ. Книг, 50 книг, ноль. Такого сайта вообще мировой сети нету. Так что вы соприкоснулись сегодня с великим, неизмеримым сокровищем. Где можно сфотографироваться? Куда пойдем? Пойдем. Ну, там вот. Вот ваша цепь, смотрите, а это наша. Это наша. Это не секрет, не надо. Они православные. Так, посмотрите, как это делается. Ниже, чем вы. Ну, на фоне храма, там место я нашел. Ну, пошли. Проходите общий снимок, сделаем здесь, на фоне храма. Около меня, я говорю, это не гей, это православные, наши христиане. А это наши, да? Да, да, это не баптисты, нет. Я уже была баптисты, я говорю. Нет, нет, нет. Ну а как? Мы же все... Казаки-то? Сосед-то. На работе вот. Он уже на работе. Вот одной день. Нет, не стойте, пойдемте, пойдемте. А вы проходите, я потом за вами. Там вон даже этот крест поставили. Ну это мы поставили. Пойдемте, пойдемте, сфотографируемся. Пойдемте с вами. Пойдемте сфотографируемся. У него трое. А я, кстати, думала, что это не наше. Скорее, пока собачка здесь. Ой, какая хорошая собачка пришла к нам. Ой, какая. Давай. Так, идите все сюда. Подойдите. Подойдите. Можно маленько назад идти. Тут деревья вот так. Давайте назад. Сколько назад? Примерно 5. Тогда лучше будет. Вот с этого дерева. Да я помещаюсь. Нет, у всех не болеет.
так они должны это работать. До 12. Сейчас вам все говорю, да. Зачем они все увидите. Хотела тебе подарить. Да. 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 Это очень маленький, это полочка. Что-то вам здесь окинуть. Надо похоронить его. А? Молодец!